Конечно же, с этой минуты парни разлетятся по месту службы. Но кто его знает, может быть, так получится, что и судьба их сведет вместе. А может быть, кто-нибудь через какое-то время вернется сюда, в военмех, и станет тоже преподавателем. И точно так же через некоторое время будет поздравлять уже новых молодых лейтенантов военмеха. Дай Бог, чтобы у вас, ребята, все получилось. И чтобы вы сохраняли традиции. И чтобы вы с гордостью носили гордое имя военмеховца. Потому что военмех лучше всех! И традиции закладываются, наверное, с детства. И вот такая же традиция недавно зародилась здесь, в этом зале. Когда заканчивается мероприятие, исполняется одна песня. Если парни и девчата согласны со словами этой песни, то они выходят и встают в строй. А если не согласны, остаются на месте. Но мне кажется, что сегодня все выйдут на эту сцену. Потому что служить России военмех готов всегда.